Ну, вообще, очень сложно сказать, вот, какие мне приходят в голову идеи, но это бывает неожиданно. Я могу прочитать в книге какое-то слово, когда оно меня вцепляет и возвращает куда-то, и тут вот начинает... То есть вот что-то должно зацепить. Я могу идти по улице и каким-то взглядом выхватить что-то, и вот от этого у меня начинается вот в голове какое-то брожение и какое-то желание чему-то. То есть вот это, наверное, какое-то вот состояние внутреннее. У меня есть очень большой недостаток, о котором говорят очень многие мои друзья и мой сын, что я, когда иду по улице, я не вижу никого. Я живу в каком-то мире, я не знаю, где-то вот все свое. Я могу пройти мимо собственного сына, мимо друзей, не поздороваться. Потому что я нахожусь в каком-то, ну, вот в своем мире. Это странное такое состояние, но оно мне было вот всегда. И откуда-то, независимо от меня, вот мне что-то приходит в голову. Причем я реально вот хуже, наверное, любого ребенка, я ужасный фантазер. Я могу фантазировать, я могу мечтать, я могу летать. Если это произносить все вслух, ну, люди будут очень удивлены, потому что, ну, взрослый человек, он не может так жить, он должен жить реальностями. Для меня нет реальности, для меня есть мир, который я рисую. Это мой мир, как мир у ребенка. Ребенок рисует мир, ему в этом мире комфортно. Вот. И также у меня вот этот мир, который я создаю, он, наверное, очень далек от реальности. Но он мне помогает жить, и самое интересное в этой ситуации, вот люди вокруг меня собираются, вот могу прям похвастаться, абсолютно счастливый человек, потому что вокруг меня очень хорошие люди. Я поменяла отношение к жизни, и я всегда говорю, я хочу жить среди счастливых людей. Когда-то там хамили, наступали, огрызались, какие-то были конфликты. Когда я поменяла свое отношение к жизни, это все исчезло. И мне все время вот на моем пути какие-то приходят яркие, интересные личности, их становится все больше и больше. И я могу благодарить каждый день Бога. Это на самом деле подарок небес, я всегда говорю, я счастлив человек, потому что, ну, помимо, мне в жизни попадаются такие замечательные люди, яркие, интересные. И у меня друзей с годами, ну, вот с возрастом, как это кто-то уходит, становится меньше, а у меня становится больше. Вот это дар богов, так же, как и любовь.